Двухсекционный геометрический узор спицами сегодня будем провязывать на мастер-классе. Мой телеграм-канал, не забывайте про него, закреплен в комментариях к данному видео. Присоединяйтесь. А мы переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Друзья, узор будет состоять из двух секций по горизонтали и по вертикали. По вертикали я провяжу с вами одну секцию, потому что вторая секция будет провязываться в шахматном порядке, соответственно, первой. Итак, первый ряд раппорта и первая секция по горизонтали будет провязываться лицевыми петлями в количестве 14 штук. 3, 4, 5, 6 и так далее до 14. Теперь начнется вторая секция по горизонтали. Также она будет состоять из 14 петель, и это будет рисовый узор. Поэтому вяжем так: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так 14 петель мы провяжем. Второй ряд начнется с рисовой секции. И здесь вяжем также, но наоборот, изнаночная, лицевая. То есть над видимыми лицевыми петлями я провязываю изнаночная. Вот у нас идет изнаночная петля. Над изнаночными петлями я провязываю лицевыми. И так 14 раз. И теперь вторая секция второго ряда. Она будет провязываться у нас полностью изнаночными петлями. На самом деле все секции очень простые, и можно будет... Теперь третий ряд раппорта. И первая секция, она полностью здесь провязывается лицевыми, как и в первом ряду. Еще раз напомню, 14 петель входит в состав каждой секции. И вторая секция третьего ряда, она рисовая. Вяжем лицевая, изнаночная. Так же, как в первом ряду. Лицевая, изнаночная. Над изнаночными я провязываю, видим, лицевые петли. И наоборот, над лицевыми провязываю изнаночные. Четвертый ряд раппорта начнется с рисовой секции. И здесь вяжем изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. 14 раз. А вот вторая секция четвертого ряда будет провязываться полностью лицевыми петлями. Нам необходимо с лицевой стороны получить изнаночное ребро. Друзья, эти ряды мы должны продублировать по высоте еще один раз, то есть до восьмого ряда включительно и соответственно. Это будет раппорт первой секции. А вторая секция будет провязываться точно так же, но лишь поменяются позиции провязывания этих 12 петель в шахматном порядке. На этом я с вами попрощаюсь. Надеюсь, все было просто, понятно и доступно. Всем желаю отличного настроения. Всем пока!